Уровень инфляции в еврозоне упал до 4,3% в годовом исчислении в сентябре после 5,2% в августе, достигнув самого низкого уровня с октября 2021 года. Об этом сообщил в пятницу Евростат. Этот показатель оказался лучше прогнозов аналитиков FactSet, которые в среднем ожидали замедления темпов роста до 4,5%. Тем не менее, инфляция в 20 странах, использующих единую европейскую валюту, все еще остается значительно выше целевого показателя 2%, установленного Европейским центральным банком.